Доброе утро. Там холодно. Там холодно, дорогие друзья. Я вышла такая по лайту, без рукавов, без кофточки. А тут такой холод. Зима, декабрь, однако. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 24 декабря 2020 года. Прекрасный город Сочи. Как хорошо спалось. Ой, очень хорошо. Но одну проблему здесь я выявила. Не могу. До тебя можно повернуть? Не могу подключиться к их отельному интернету. Доброе утро всем! Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Да. Вот. И Маришка со мной поделилась своим интернетом. У нее было 6 гигабайт. Я загрузила вчерашнее видео, которое вот мы с ней сняли здесь, первое, номер один из Сочи. И все, у нее закончились гигабайты. 6 гигабайт ушли на то, чтобы я загрузила это видео. Сегодня она еще обнаружила одну у себя симку, на которой 60 гигабайт. Но я так много загружаю, что я эти ее 60 гигабайт, наверное, потрачу за 5 дней. Поэтому придется что-то решать. Сейчас сходим на ресепшн, может быть, с моим компьютером. Почему он вообще не подключается, не пойму. Может быть, дают на номер всего, ну, два аппарата подключить. Она свой телефон подключила, я свой телефон, один из телефонов. Остальное не подключается, ни второй телефон, ни компьютер. Ну, в общем, какая-то загадочная загадка. Сейчас пойдем завтракать и на ресепшн. Смотрите, чайки, как тут много чаек, птичек. А там вот лебеди. Давайте сейчас я попробую их приближу другой камерой. Я какая-то еще сонная. Я чувствую, что мне чего-то не хватает. Я же должна с компьютером. А ты Какие его несешь. тучи. Слушай, картинка просто как с картины. А я не взяла приближающую камеру, но потом возьму. Потому что мы все равно в номер вернемся. Компьютер-то относить будем. Слушай, а там на крышах что-то есть, да? Там какие-то кресла, смотри-ка. Это вроде не кресло. Нет, это не кресло. Да? Надо будет нашу крышу потом проверить. Воздух такой свежий. Не месяц май. Я даже шапочку не взяла. Теперь придется в капюшонах ходить. Я когда в аэропорту проходила досмотр, говорят, куртки снимайте. Я куртку сняла. Они говорят, снимайте и кофту. Я говорю, почему? Это же кофточка. Все, что с капюшоном, снимайте. Ничего себе. В Пулково. Да. Знаешь, я рада таким строгостям. Это для нашей безопасности. Все равно тепло. Хорошо. Да вообще. Прохладно, но тепло. Я не знаю, как объяснить, да? Да, ну вот руки не мерзнут. Да. Вот для меня критерий это руки. Иногда в Санкт-Петербурге кажется тепло, а руки прямо мерзнут, мерзнут. Значит, холодно. Ой. Мы с Мариночкой с утра я постирала даже футболочку.
выпили по стаканчику горячей воды. Мы ведем здоровый образ жизни. Стакан горячей воды, чтобы разогнать что-то там, метаболизм. Смотрите, сколько чаек. Я вам говорила. Прямо как в Мумбаи. Вон лыжники на той стороне. Ты будешь кататься на лыжах? Нет. Я тоже. Вот так вот. Будем смотреть и болеть за наших. Мариночка, сколько тут номеров в этих? Ты вчера посмотрела в интернете. Да, тут 12 корпусов по 8 этажей каждый. Номеров 2880 номеров. В общем, если в каждом номере по 2 человека, то больше 5000 человек может тут быть. А почему они туда пошли? А у них корпус другой, а у нас туда. Да? Ты посмотри, сколько птичек и голуби. Черный котик, посмотри, такой любопытный. Человек чего-то читает, и она пошла. На первом этаже, да? А здесь всего один этаж. Все занято. Ты посмотри. Все вот так, а мы хотим наверх. И будем наблюдать. Угу. Кашу, если что, вот. Или можно набрать что-нибудь другое, а там вернуться за кашу. Угу, это что каша за... гречневая, каша манная и каша... Вот это манная. На молоке... Это гречневая, а вот это желтое. Нет, что? Нет, это не это гречневая, а это да овсяная. Это манная. Ой, сколько выбора, да. Я все хочу. Какой хороший выбор. Омлетики. Омлетики, это важно, и сыр. Вот сыр там, а сыр вот. Ага. Сосисы. Еще чуть-чуть салатика. Вот гречки. Творожная запеканочка. Ты манной возьмешь, да? А я возьму гречневой. Завтрак давай все-таки как-то это хорошо загрузимся. Мы потом еще блинчики возьмем. Пошли за кофе сходим. Я люблю, чтобы у меня всегда кофе был на завтрак. Кофе американо. Ты какой кофе взяла? У меня капучино. Вот, ну что, ну приятного аппетита. Сейчас будем все пробовать. Да, всем. Ой, я по творожной запеканке соскучилась. Очень вкусно. Благодарю. Чего начинать? С кашки. С манной кашки. Птички летают. Это рай. А ведь могли бы на целый декабрь взять. Да? Я ж не знала, что здесь так хорошо. Солнышко вышло. Солнышко, Мариночка, как хорошо. Слушай, я даже не помню, я вообще когда-нибудь была в России в отелях. Спасибо тебе большое, что вытащила меня сюда. Как помнишь, человек за бортом. Спасибо вам за все, спасибо. Спасибо, что сделал меня многодетной мамой. Кстати, а зачем ты меня сделал многодетной мамой? Ты смотрела этот фильм? Нет. Они там женщину-миллионершу выкинула за борт, она память потеряла. А одного парня она гнобила, там он был краснодеревщик, что-то такое, шкафчик ей делал. А он многодетный отец. И он решил ее это удочерить, забрал... И они там над ней глумились всей семьей. Не обижай, котеночка. Ругаются, он того обижает. Не ругайтесь. Доминирует.
потом колбаску дадим городским. Мы надкусили один кусочек колбаски и два сырочка. Не смогли доесть. Чай кормят. На хлебушек было, может быть. Хлебушек надо было взять, а хлеб-то мы как раз оставили. Ну ладно, в следующий раз. Ага. Какая красота, да? Ой, можно я сфотографирую их? Вообще ничего не боятся. Вот он, бычок. Новый год к нам мчится. Наслаждайтесь утренним восходом, солнцем, рассветом. Ага. Мы хотим здесь на ресепшене спросить помощи, но боимся, что много народу, и они нам не будут помогать, чтобы подключить интернет. А мне без него никуда. Какой хороший молодой, и симпатичный к тому же. Помог нам. Сразу. А вот сейчас покажем. Сразу, да. Вот этот вот молодой человек сразу говорит, несите сюда. Мы говорим, второй день мучаемся. А он говорит, надо было сразу сюда идти. Вообще классно. Как классно. А я вообще даже не вышла на переговоры. Мариночка пошла, договорилась, а я сразу струсила изначально. Открой, открой это, пожалуйста. Угу, благодарство. 200 рублей. Купите себе что-нибудь за 200. Нет. У нас селфи-палка и человеческие съемки. Ты можешь киндер себе купить? Гариша, я тебе не дам больше денег. Женщина. Во всем виновата женщина. Веревки вьет. Слушай, может, он меня удочерит? Ты же сказала, на селфи палку будешь селфиться. Я не смогла из-за вот этой штучки. Так, давай попробуем на мою. У меня нет такой красивой штучки сзади. Ой, Мариночка, если у нас будет интернет, я буду самая счастливая. Я буду здесь, я даже брошу есть булки. Хлеб, хлеб. Ну? С этого и надо было начинать. Так, а ну-ка, передо мной вставай. Ты понимаешь? А то у меня слишком много, когда она за меня прячется. Окей? Вот так мы с тобой сегодня и будем. С дельфинами, с тюленями. Все, жизнь налаживается. Я куда-то? Без тебя совсем. Беспомощная я. Ты, однако, тоже меня закружила как-то. Спасибо еще. Спасибо большое. Маску везде. Маришка говорит, мы блогеры, нам интернет жизненно необходим. Это какая-то детская площадка, да, смотри. Там лестница. Смотри, кот полез на дерево. А спускаться-то умеешь, дружок? Тебя спасти? Не влезать написано, штраф 5000. Ты понял, дурачок? Кися, кися, кисенька, кися. А у тебя колбаска есть? Есть. Дать? Дать. Сейчас. Будешь кушать? Сколько? Будешь кушать?
кушать, у меня сыр есть. Давайте начнем с сыра. Давай с сыра, может быть она... Ой, подожди, так совесть-то надо... Дай распечатать. Соблаговолит сейчас. Принцесса. Давай начнем с сыра. Будешь сыр? Да подожди, подожди. Нет, так сыр не желает. А вот это? Что, ты тоже не хочешь? Нет, ты просто плохо ей это... Приседаешь, реверанс не сделала. Да она что-то не хочет. Нет. Царская морда закормлена. Знаете, что мы ее оставим это на потом? Для других кошек. Красота. Она занята птичками, мне кажется. Ты чего, она красивая, слушай. Дай ее погладить хотя бы. Скажи, эти блогеры достали. Ну, здесь такой релакс. Так я и тогда не поняла, куда не влезать-то? Не влезать на... Где конь-то? На вот, я так поняла. Здесь, видимо, должен быть какой-то конь. Да, наверное, вот типа тоже, может, был какой-то. Вот сюда может не влезать. А, кстати, это натуральное? Это искусственное. Угу. А зачем тогда они это все мочат? Там вот медвежата, я так поняла, они тоже искусственные? Ну, конечно, я думаю, да. Я думала, выращенная из мелкой травки. А мы потом подойдем, пощупаем. Я думала, специально мочат водой, чтобы травка росла и ела, пила. Смотрите, небо какое чистое, солнышко. Да. Горы даже вон там, видно, между корпусами. Так уже хорошо, да? Супер. Еще одна кошка под тем деревом, там серая. Слушай, ну я как в какой-то сказочной стране. Зверюшки. Маленькая страна. Маленькая страна. А может он хочет? Может. Будешь колбаску? Колбаску и сырок будешь? Будешь? Мне кажется, это женщина. Давай начнем с сыра. По старой схеме. Сыр не хочет. Да что ж вы все такие заевшиеся? Отдадим. Это будешь? Ну. Колбаску согласился. Что, всю колбасу ей скоро? Давай. На, зайка. Может, еще сыром обмануть? Сыром ты даже нас не обманула. А еще одна кошечка, смотри-ка. Развернись-ка. Сыром никого не обманешь. На, это колбаса. Это колбаса. Это колбаса. Только желтая. Она ее облизывает, потому что она колбасой пахнет. Ну, извините, у меня только сыр. Ну ладно, забирай назад, не кидай тут. А можно погладить тебя? Чего ж вы все такие? Ладно, будем искать. Беседка какая, летом, наверное, какая она красивая. Черные лебеди на той стороне малыш кормит. А в домиках белые лебеди. Вот наш корпус. Да. Третий. Прогресс. Уже. Прогресс. Ориентируйтесь. А потому что ты мне вчера, я еще дома сижу в своей деревне, еще портфель не собран с одежками. А ты мне пишешь: Ира, я уже в отеле. Здесь классно. Мы как там, окно выходит на озеро с лебедями. Да? Что-то да. Еще. И на елочку новогоднюю. Ну, как здорово. А я буду в 3 часа. Приеду. Марина сказала, вот эти беседки для платной рыбалки. В этом озере разводят рыбу. И летом можно арендовать беседку, удочку и половить рыбку. И, наверное, где-то ее здесь приготовят, да?
Ну, наверное. Вот я жила вот в этом корпусе в том году, и у нас как раз вид на, ну, тоже сюда был, на озеро. Угу. Да, вот немножко скользко. Это недоработка. Обледенится, да. и будет скользко. Поэтому зря они сделали такой кругленький мостик. Я приехала, тут был так немножко лед. Я с чемоданом. Чемодан вперед. Или надо что-то такое, знаешь, пластиковое, ой, шуршащее. Скользко, Ирина, я вижу, ага. Прикиньте. Опасно. Травма опасна здесь. Такой мост. Маришка, отели-то старые? Когда построили? Отель построили в 2013 году. Он назывался «Азимут». И в 2017 его переименовали, сделали реконструкцию. И вот, как бы... Ну, в общем, совсем молодой, да. 7 лет. Ну да, 8-й год. Ну, мне понравилась. Хорошая политика. Ценовая. Да. Вообще, так хорошая. Дешево. Сортируем отходы, пластик, бумага и прочее. Вы, кстати, не спросили на ресепшене, нашелся ли хозяин телефона вчера, который я нашла. Да, здесь, да, на лужайке у корпуса. Здесь, кстати, хорошо. Здесь в номерах нельзя курить. Ни в номерах, ни на балконе. На балконе там датчики. И люди курят вот на улице. Я так понимаю, что... У всех в номерах не очень тянет интернет. Да, наверное, не очень. Так, розетки. Где тут розетки? Если что, ну, удлинитель возьмем. Там, наверное, где девочка сидит. Рыбацкая деревня, центральная аллея. То есть вот эти беседки, которые мы сейчас видели. И такую большую рыбу ловят. Ну, я думаю, что, скорее всего, это просто фотография. Но может быть, а почему нет? Я не знаю, мы не рыбачили. Как тебе эта девочка с утра папу раскрутила? Не дам я тебе 500 рублей. Ну, на тебе еще 200. К тем 200, что дал. И это еще 9 утра, она его уже на 400 раскрутила. Он такой, хорошо, что вторая не приехала. Я не знаю, кого он имел в виду. Я думала, что ребенка, наверное. Или жену, может он... Ой, у тебя что-то упало, масочка твоя. Ой, спасибо. Видишь, и я не бесполезная. Я могу служить плохим примером. Иришка, я должна была это еще сделать вчера. У вас же ограниченный багаж, да? Очень. А вот что хотите, то и делайте. А вот эта сумочка... подарками и повезете на самолете. Ты чего? Меня не пустят. Вот, я же победой лечу. Да, вот. Так, ты да что? Я пошутила. Ой, я чуть в обморок не упала. Страшно? Страшно, страшно. Я без подарков. Ну, хорошо. Молодец. Я пошутила. Ого. Издевается. Приветственные подарки. Боже мой! Очень актуально. Очень, очень. Слушай, я хотела, выбирала, выезжать в розовой теплой кофточке или в бирюзовой. Выбрала бирюзовую. А показать, надо было в розовой ехать. А показать, какие у меня? Ну, в Питере будет. Ага. Боже мой, это ты кому тут собралась? Так это мы с вами будем носить. Да ты что? Да. А, это твой этот гардеробчик. Да, это я вам подарила. Супер. Ну, если хотите, можете вот эту к этой курточке зеленую. Да, разноцветную, давай. Ага. Это вот мои. Вот так, держи. Это мой... Нет, это синяя, это ваша. Да ты что? У меня синего ничего нет, я не ношу. Это еще не все. Все равно есть багаж. Прекрати. На этом хватит. Это прекрати. Это все ограничен багаж. Да. Я пошутила. Вот я пошутила. Мы же еще там распечатать можно. Вот такой. Это лен, льняной мешочек. Это ты уже на Новый год, что ли? Нет, это приветственное. На Новый год. Как это вот приветствие? Сумка, я же вам сказала. Прекрати. Приветственно. Это вот я вам не отдала, когда я в поезд садилась с вами, прощалась. Я забыла. Такая бабочка меня. Да? Благодарю, да, красота. Вот. И такие штучки. Можно будет коробочки снять, чтобы меньше веса было. Масло ши, лаванда. Это вот можно все, знаете, вот мазать. Масло ши, лаванда, это вообще для всего. Знаете, можно, например,
тут губы, лицо, ага. Вот пяточки, там что-то, руки, крем, это универсальный. Угу, то есть, угу. Как бы очень такой приятный. Я вот сама мажусь таким, ну, у меня, я покажу вам там. Вот. И вот здесь вот для лица омолаживающий крем с маслом розы и гиалуроновой кислотой. Тамбуканский. Возле Пятигорска есть озеро Тамбукан. Угу. Это единственное там... озеро вот с этой грязью лечебной, тамбуканской именно. И вот тоже натуральный тамбуканский крем для лица, омолаживание. Настоящий витаминный коктейль для здоровья и красоты вашей кожи. Считается, что входящий в его состав гиалуроновая кислота насыщает клетки необходимой влагой, тем самым поддерживает естественный уровень увлажненность кожи, предотвращая появление морщин. Масляная вытяжка целебной тамбуканской грязи может стимулировать регенеративные процессы, я просто не вижу, обеспечивать выведение шлаков и токсинов, нормализовать гидролипидный баланс, тонизировать и освежать. Регулярное применение омолаживающего крема позволяет существенно уменьшить внешние признаки увядания кожи, придает ее ухоженный здоровый вид. Угу. Вот, тамбуканская грязь из Пятигорска. Мне же Дашенька говорит, Марина спрашивает, что бы вам подарить. Я говорю, передай, пожалуйста, Марине, что ничего, чтобы у меня портфель не увеличился ни на грамм. Он будет понатыкан полностью. Портфель ваш не увеличится. Нет. Вот ваш портфель. С этим поедете. Там еще это чисто приветственный подарок. Это только начало. Нет, тогда надо отправить посылку, потому что там это победа, а не вот в этот. Да я пошутила. Слушай, я уже боюсь. Пошутила, это моя сумка. Слава богу. Там знаете что? Не пугай. А угадайте, что там? Господи, Марина, я... Вот что может быть в этой сумке? Это не мои вещи. Ну, крема всякие, значит. Нет. Чай, кофе. Травы. Ну, не догадывайтесь, да, что там может. Аромапалочки. Ну, это я вам сказала, это не считается. А еще? Не знаю. А давайте, знаете, как сделаем? Мы пока не будем раскрывать секрет. Пусть напишите, пожалуйста, в комментариях, что может быть в той сумке. Это не мои вещи личные. Что может быть в той сумке? Только, Мариночка, главное, чтобы это не мне, потому что... И это не подарки Иришечки. Да. Потому что это уже у меня будет вылезать из портфеля. Да, это не подарки. Так что угадываем, в следующем видео мы расскажем. Я покупала эти билеты без багажа, чтобы только вот портфельчик... Не переживайте, там ничего больше нет, это все. Это благодарю, можно будет открыть, всё, чтобы не тащить. Ну, я имею в виду, они маленькие бутылочки. Хорошо. А эта дневная сумочка надо обязательно взять, натурально. Вот. Замечательно, ну, спасибо большое, да. Это влезет. Испугалась. Ты видела, как я испугалась. Я знаю, что вы без багажа. Неужели вы думаете, я вас буду нагружать? Да, да. Так и подумала. Так что угадываем, что в той сумочке. Думаю, сейчас пойду. Меня сейчас как оштрафуют на $100. Мариночка, у меня тоже есть тебе небольшой подарочек. Единственное, я, конечно, рассчитывала ближе к Новому году, но здесь мне негде это прятать от себя. Негде прятать, поэтому можно я тебе отдам. Во-первых, мне Дашенька сказала, что тебе ближе Ширди, чем Сайбаба душевно, да? Вот, палочки. И вот, вот такую колоду карт Таро я увидела, что ты все-таки интересуешься предсказаниями, да? Вот это вот моя самая любимая колода, универсальный ключ Таро. Посмотри, он такой вот... Я разберусь, как пользоваться. Да. Ты вот просто, я тебе тут долгими... Почему я хочу сейчас подарить? Потому что я тебя немножко научу, покажу, расскажу за эти 12 дней... Ты у меня будешь таким дипломированным тарологом. Я об этом подумала, когда и я специально, да, я, хотя у меня как бы, ну, груз тяжелый, маленький, я специально взяла свою колоду Оша Дзен Таро, и мы будем с тобой по вечерам. А я еще хотела вам сказать, возьмите карту, но думаю, нет, тащить все-таки, а вы взяли. Взяла, да. И думаю, я тебе буду показывать. Во-первых, разница. Там рисунки... Нет, рисунки, конечно, разные. Ты уже можешь открыть и посмотреть, какая она глубокая. Это сделано на основе классической колоды Райдера Вайта. А это преданными такого индийского мистика Ашо. Вот. Ну, хотя там
приблизительно иногда некоторые совпадают. Не удержались мы с тобой, да, взяли? Да. А, тут книжечка есть, да, читать? Книжечка есть, да. И в интернете ты можешь найти. И раскладывать научите, да? Да, конечно. Они как будто бы, знаешь, они как будто бы многомерные, эти карты, они как будто бы компьютерные такие. Они такие интересные, вглубь уходят. Вот не просто картиночка нарисованная. Как классно. Угу. Вот. Угу. И рубашка тоже, да, такая красивая. Ага. Классно. Иришка, спасибо большое. Я, главное, думала об этом, но постеснялась вам сказать, чтобы вы взяли карту. Угу. Ну, тащили груз. А вы еще и мне притащили. Да, да. Груз. Думаю, наверное, спасибо. Наверное, пришло время тебе заинтересоваться этим. Да, ну, потому что, когда мы встречались в Санкт-Петербурге, вы все с интересом, очень с удовольствием интересовались этими вопросами будущего. Вот, ну что, мы теперь будем потихонечку собираться. Да. Достанешь карту дня себе? Да, давайте. Ну, перевернись, перемешай, да, и доставай любую карту. Почему себе-то? Нам с вами, потому что мы все равно вместе. А у каждого же свои ощущения. Может быть, понимаешь, ты сейчас пойдешь и встретишь любовь всей своей жизни. Так, надеюсь, мой муж не будет это смотреть, вот это видео. Ну, кошечку какую-нибудь. Я вот встретила уже любовь всей своей жизни. Кошечку на дереве белую. Я шучу, какая любовь. Нет, ну понимаешь, как бы у каждого человека. Кстати, выпало. Вот все выпало, это обязательно надо смотреть. Да. Карта Солнца, прекрасная карта, карта вообще и благополучия, и удачи, хорошего развития событий. И вот возьми, прочитай. Это старший аркан и карта Солнца, 19-й. А тут по номерам, да? Да, да. Секунда. Если там спрашивают, ну, зависит от вопроса. Если спрашивают о рождении детей, она предрекает рождение детей. Карта дня. Просто. Карта дня, да. Я и говорю, зависит от вопроса. Каким будет день? Так, солнце, да? Да. Укрепляйте дружеские связи и привязанность душевным теплом и простыми словами. Сохраняйте себе детскую непосредственность и радость, не пренебрегая мудростью, зрелостью. Зрелости. По-моему, я как раз с этим и занимаюсь. Да, да, да. Именно. Ты знаешь, наверное, она просто тебя даже показала, эта карта. Да, прям вот все так и есть. И все, и такая короткая расшифровка? Да. Очень мало, тебе придется в интернете найти. Достаточно, и так же все понятно. Все так есть. А давайте еще карту дня зрителям вытащим. Давай. Давайте. Переверни, перемешай. Что у вас, дорогие зрители? Нет, давай тогда уже карты, допустим, 4, чтобы человек загадал, какой он выберет. Первую, вторую, третью, четвертую. Положи давай. Рубашками вверх сюда, одну, вторую, третью, четвертую. Так, приготовились. Угу. Мысленно создаем себе. Какую мы выбираем? Вы выбираете карту. Да. Или можете вопрос задать. Угу. Так сверху или как? Как хочешь, они отвечают по-всякому. Нет, и середины. Я лично беру из середины. Это первая, да, у нас? Да. Дорогие друзья, выбирайте первую или вторую. Я делаю первый раз, так что у меня счастливая рука. Так, или третью, или четвертую. Так. Итак, кто выбрал первую карту? Давай, читай. Вот номер, ты сейчас, потому что будешь мне, учиться. Так, это паж кубков. Номер. Кубки. Чаши, кубки. Это масть. Это маленькая карта, это не старший аркан. Не она старший. Без номеров, а, да, а, идем. Масть королева рыцаря. Паж. Паж кубков. Ты кубки нашла? Просто паж. Сейчас. Нет, а какая? Масть, булав. Это масть, чаш. Чаши, давай. Паш. Ищите молодого сотрудника с новыми интересными проектами. Некто признается вам в любви или предложит поддержку. Это тем, кто первую загадал. Так, кто загадал вторую карту или вопрос на вторую карту? Тоже чаши, кубки, только пятерка.
Чаша? Чаши. Что там? Пять. Ага. Ваши опасения оправданы. Вы рискуете проиграть деньги и разрушить дружбу. Защитите свою собственность и своих близких. Пренебрежение опасностью может быть разрушительно. Так. Третья. Кто загадал третью? Это нулевой аркан. Самый первый еще. Дурак. Шут. Каждый из нас знаком с состоянием легкого помешательства, порой творческого и созидательного, порой разрушительного. Вкушайте первое и остерегайтесь последнего, тогда оно не принесет никому вреда. Да, вот видите, человек начал какой-то новый путь, он идет, смотрит в небо, он может оступиться и упасть, но вообще, в принципе, карта позитивная, и вообще так говорят, что иногда везет, когда вот ты так вот идешь, глядя в небо. Так здорово. И четвертое. Да, слушай, спасибо. Они мне очень понравились. И четвертое. Прекрасный. Десятый аркан. Колесо фортуны. Старший аркан. Так, десятый. Колесо фортуны, колесо удачи, колесо. Спицы колеса фортуны доступны каждому, но не всякий может за них ухватиться. Не упускайте возможности ни большой, ни маленькой, которую предлагает вам судьба. Ухватившись, не отпускайте. Да. Это как жизнь поворачивается к лучшему, к худшему. Если будешь гадать на перевернутых и прямых, и перевернутых, тогда это поворот дел к худшему, это поворот дел к лучшему. А вообще это хорошие. Там, где старшие арканы, это значит, эти вопросы для вас довольно важны, не просто такая ситуация. Да. Вот. Надеюсь, мы разрешили хотя бы на какое-то время ваши вопросы. Очень хорошо, Мариночка, сразу с практики начинаешь. Умничка. Давайте собираться. Пошли. Так, расскажи, куда мы сегодня идем? Расскажи зрителям. Дорогие друзья, мы сегодня идем в океанариум в Адлер. Поедем сейчас в город, я имею в виду, мы и так в Адлере. Вот, так что... Мы же в Сочах, я в Сочах. Ну, это как бы все Сочи, но это на самом деле как бы Адлер. Боже мой, мы в разных городах с тобой. Да нет, это все на самом деле одно большое Сочи. Так что вот. Ждите репортажа с места событий. Да, дорогие друзья, сегодня 24 декабря 2020 года. Вот так вот у нас начался этот прекрасный день нашей счастливой жизни.